Дякую, що ви з нами. Нагадаю, що сьогодні ми говоримо про печію, метеоризм, закрепи. Якщо вас ці теми турбують, будь ласка, телефонуйте 490-11-34. Будь ласка, ваше запитання. Алло. Алло. Будь ласка, алло, говоріть. Можна говорити, да? Будь ласка. День добрий. Добрий день. Ваше запитання, будьте ласкаві. Значить, чи допомагає відвар льону від печії? І як правильно його вживати, якщо дякую це допомагає? Дякую вам за ваше запитання. Знову ж таки, спроби самолікування, але все ж таки також дуже розповсюджений метод відвар льону. Ну, отвар нет, потому что там слишком много цианистого калия. Вот холодный настой, да. Берется столовая ложка семян льна, стакан холодной воды и перемешиваем для образования слизи. Слизь, она растворима в холодной воде, растворяется в воде, и вот эту слизь человек может пить. Але все ж таки, це не основне лікування. Ні, це симптоматичне. Все, швидко допоміжна, як так поміч, якщо є якийсь гострий напад, правильно зрозуміло? Прямого лічення ожоги його нет. Є тільки симптоматика. Появилась ожога, ми используємо. А прямое лечение нужно наладить работу пищеварительной системы в целом. Тут могут быть и ферменты, и препараты, могут быть лекарственные растения, может быть просто правильное сочетание продуктов питания. Но важно одно, чтобы желудок работал синхронно, и пища, которая в него зашла, верхний сфинктер закрылся по мере переваривания пищи, привратник открывается и выпускает пищу дальше на переваривание в тонкий кишечник. Я бы, знаете, что хотела закрыть тему про панкреатит, потому что показали сюжет, але все ж таки, те люди, которые имеют панкреатит, в принципе, они знают, что есть эта хвороба, и они уже ожидают все равно новорічних свят. От ваші основні правила для таких людей, тому що ми не хочемо, щоб була гостра форма, не хочемо, щоб одразу з новорічного стола людину з панкреатитом, вже з гострим нападом, відвезли до гастроентерологічного відділення. Подождите, туди не везуть з острим панкреатитом. Везуть либо в хірургію, либо в реанімацію, якщо ми успіваємо. Не хочемо їхати поэтому нікуди. Гастроентерологія – це вже їхати не їх профіль. Що робити? Що робити, щоб нікуди не їхати, а вдома нормально відсвяткувати Новий рік, Різдво? Ну, смотрите, часть людей знает, часть может только догадываться. Но для того, чтобы реально новогоднее застолье прошло спокойно и прогнозируемо, что нужно сделать? Если мы понимаем, что где-то часов 10-11 мы садимся за стол и будем кушать, то хотя бы часа за 2-3 до этого должен быть легкий перекус. Это может быть какой-то бутерброд, это может быть какая-то порция каши, какой-то овощной суп. То есть легкий перекус должен быть. Потому что когда голодный человек сидит, голодает фактически для застолья, чтобы больше поместилось большое, длительное время, 5-6 часов перерыва вызывает серьезную проблему. Поджелудочная накапливает сок. Ведь но эта железа, она, скажем так, работает только в процессе, когда пища мимо нее проходит, тогда она сбрасывает свои соки. Если человек длительное время не ел, поджелудочная остановилась и ждет. Желчный пузырь сделал то же самое. Набирает желчь и ждет, когда же он ее плеснет в эту еду. Что наверху может статься, если просто не делать тех правил, про которые вы говорите, и сесть голодным за новорічне застілля, наїстися до схочу, что может статься? Вот если не сделать такой перекус, и у нас все состоялось во время застолья уже. Здесь что мы делаем? Обычно что делают? Алкогольные напитки. То, что мы услышали из сюжета, хороший стимулятор секреции поджелудочной железы, но если нет хронического панкреатита, чтобы, иначе может перевести в острый. Жирная пища, тоже стимулятор для работы уже и поджелудочной железы, и желчного пузыря. Оба могут сработать. То, что не прозвучало, сырая растительная клетчатка. Иными словами, салатики. Когда мы заправляем салатики, тем более сейчас у нас хорошие летние салаты, мы можем взять с грядки и намолотить там в какой-то мисочке какой-то салат из сырой морковки, там капусты, лук используем, зелень какую-то, огурчики, помидорчики, все это можно сделать. Великолепный раздражитель для поджелудочной железы, чтобы второй раз уже салат не использовать. До второй стопки часть людей уже не дойдет. Потому что этот салат, сырая растительная клетчатка, соки, соль, жир, который там всегда есть, это суммарный хороший раздражитель для поджелудочной железы. Я сподіваюся, що всі вас зараз почули і не буде ніяких гострих станів. У нас є запитання до вас, будь ласка, 490-11-34. Що вам болить? Будь ласка, ваше запитання. Алло? Алло? Будь ласка, раді вас чути, ваше запитання. Алло? Добрий вечір. Вечір добрий. Не слухайте телевізор.
Слухайте лише слухавку. Я із Хмельницької області, город Шепетівка. Ваше запитання. Будь ласка. Более 30 лет назад у меня была фаза 12-перстной кишки. Сейчас опять обнаружили хеликобактер. У меня атрофический гастрит и рефлюкс-эзофагит. Избыточного веса у меня нету. Ничем я не злоупотребляю. Мне 67 лет. Я вот на протяжении уже более 2 лет постоянно лечусь. Но пока результата, ну, будем сказать, мало. И главная проблема в том, что у меня в течение 24 часов в сутки заброс кислоты. Не изжоги, а чистая кислота. Постоянно такое состояние, что во рту держишь лимон. Дякую вам за ваше запитання. Міцного здоров'я. Дякую, що подзвонили. Що можна порекомендувати? Можливо, ще якісь досліди, щоб відреагувати? Здесь нужно обследовать, потому что атрофический гастрит и целый день вырабатывается кислота – это вещи несопоставимые. Если есть атрофический гастрит, кислоты в желудке просто не будет. А если там иная причина, нужно просто искать, поэтому, возможно, и нет полной помощи. Треба зробити дослідження ще, щоб з'ясувати основну причину, чому так відбувається. Да, нужно искать, что же в рот попадает, почему... Дякую, дякую. Будь ласка, ще запитання. 490-11-34. Алло. Раді вас чути, ваше запитання. Алло. Ваше запитання, будьте ласкаві. Будь ласка. Алло. Будь ласка, говоріть. Це Олександр Волинь, мені 77 років, я дотримуюся порад лікарів насчет харчування. Але в мене... Говоріть. В мене інтенсивне газовиділення і закрепи. Порадьте, що робити. Дякую вам за ваше запитання, вам міцного здоров'я, чому так може відбуватися? Ну, здесь, по всей видимости, первично запор, нужно с ним справляться, а происходить запор может от нескольких причин. Возможно, не хватает клетчатки в рационе, чтобы был объем. Возможно, не хватает воды, которая, впитываясь в клетчатку, создает объем. Возможно, не хватает выработки желчи. Это самый сильный раздражитель для пищеварительной системы, чтобы кишечник работал интенсивно и удалялось содержимое. Возможно, есть проблемы в поясничном отделе позвоночника, где замыкается цепочка, фактически ну, нервная дуга, которая обеспечивает хороший тонус и освобождение кишечника. Есть надмерное газоотворение. Чему это нужно? А вот пища, задержавшись в кишечнике, там бактерии всегда есть, и они будут эту пищу по своему усмотрению использовать, будут образовываться газы. И мы нужно вначале найти в своем питании, скажем так, те ошибки, которые есть из тех, что я обозначил, и устранить. Когда кишечник будет работать лучше, газообразование само по себе изменится. То есть оно будет меньше, так как у всех. Какие продукты небезопасны для людей, которые схильні до надмірного газоотворения? И взагалі, что мы называем с вами надмірним газоотворением? Ну, небольшое количество газа в кишечнике образуется, потому что бактерии там есть всегда. Это нормально. Да. Это нормально. Но когда появляются боли в животе, то есть газ, образовавшись в просвете кишечника, он растягивает стенку. Появляются болезненные ощущения. Они могут быть локальными, связаны с газообразованием в толстом кишечнике. Могут быть переменными, если это тонкий. То есть тут уже зависит от того, где образовались эти газы. Но в любом случае, если есть колики, если есть вздутие живота, если человеку тяжело, потому что вздутие живота это не просто вздутие живота. Оно поджимает диафрагму, и людям в возрасте им становится, мягко выражаясь, не сладко. Потому что диафрагма работать не может, сердцу тяжелее работать, и здесь можно попасть на разные сюрпризы. Хотя на них можно попасть человек любого возраста, в любом уровне здоровья. Главное, ну, хорошо поесть, так, чтобы не хватило ферментов для переваривания. Взагалі, я хочу зараз запитати, ну, це дуже часто нас питають глядачі, але я не буду формувати дуже, так, знаєте, високо інтелектуально, але запитаю по-простому. Пукати – це нормально? Якісь критерії того, тому що, ну, люди запитують, вони не знають. То есть небольшое отделение газов имеет право быть, потому что ни у кого пища не переваривается на 100% эффективно, и бактерии там всегда есть, то есть всегда газообразование будет. Но если это постоянно, если это на протяжении дня происходит, если газы идут не без запаха, то есть если газы с запахом, это самая неприятная ситуация, гниют белки. Если бродят углеводы, ну съел человек больше яблок.
будет у него газообразование, бактерии действительно клетчатку попробуют съесть, будет обильное газообразование, но яблоки из кишечника человеку вряд ли навредят, хотя сами газы могут навредить. Но это безопасная ситуация. Хуже и значительно сложнее корректировать, если есть газообразование с запахом. Иными словами, гниют белки. Вот тут нужно искать, что в пищеварительной системе не переваривается. А это может быть небезопасно для здоровья? Конечно. Потому что сгнившие белки, это газообразование, это мелочь. Продукты гниения белка попадают в кровь. Первый, кто их получает, это печень. Она должна отсечь эти продукты. Если нет, если они попали дальше в кровь, у женщин часто болит голова, там где-то болят суставы. Считается, что на погоду. Просто на погоду реагирует и пищеварительная система тоже. У кого-то проблемы с почками, там какой-то песочек в почках, там, или камушки в почках, периодически обостряется цистит, уретрит. То есть эти заболевания, они внешне как бы не связаны. Но они связаны четко с тем, что белки, когда гниют в кишечнике, это самые ядовитые продукты питания. Если белок переварился, отлично, если нет, возникают разные ситуации. Многие, ну скажем, на этом фоне начинают терять волосы. Потому что волосам тоже нужна еда. Вообще волос это живая система, которая показывает качество крови, которое есть в организме. Про волосся мы с вами сделаем, я думаю, что окрему программу, але все ж таки, якщо зараз хтось із глядачів помітив у себе і зрозумів, так, дійсно, у мене є надмірне газоутворення. Як з'ясувати причину, на які досліди сходити, до якого лікаря, ну, щоб цю проблему, в принципі, вирішити? Ну, идти нужно к гастроэнтерологу, нужно сделать хотя бы гастроскопию, сделать УЗИ, посмотреть, в каком состоянии желудок, в каком состоянии печень, поджелудочная, желчный. Это, ну, начальные этапы пищеварительной системы, все-таки их нужно оценить, как они работают. Дальше сделать К-программу, посмотреть результирующие, что из пищи переварилось, а что не переварилось. Конечно, перед К-программой несколько дней должно быть разнообразное питание. Потому как если человек питается Святым Духом, то у него К-программа напишет, ты абсолютно здоров. И непонятно, почему у тебя те газы образовывались. Вот. А они образуются от той пищи, которую человек не переварил. И тут возможны разные варианты. Вы знаете, приходят люди в возрасте, у которых пищеварительная система работает хорошо. Приходит молодежь 20-30 лет, а у них, ну, мягко выражаясь, пищеварительная система уже давно лежит, потому что они же питаются чем? Режима питания, как правило, нет. Рацион хаотичный, это, мягко выражаясь, не для здоровья. Можливо, іноді достатньо просто, знову ж таки, режим харчування трішки змінити, прибрати деякі продукти, і все буде налагоджено. Конечно. Когда питаются 1-2 раза в день, проводили опыты на 20-летних ребятах еще там 30-40 лет назад. И при питании 2 раза в день 25% пищи не усваивается, не переваривается. Это просто мы кормим патогенных бактерий, мы перегружаем коммунальщиков работой. Больше про газы давайте дізнаємося з нашого наступного сюжету. За ми знову ті студії. Ми чекаємо на ваші запитання. Номер для вас працює, звичайно, 490-11-34. Телефонуйте.